А ты готов к зиме? Мы с Леной утеплились хорошо. А кто без шапки, пеняй на себя. Зимняя милиция Альма-Матер провела утепляющий рейд на страже теплосбережения. Миша и Денис. Смотрим наш новый эксперимент. Здравствуй. Добрый. Почему не в шапке? Дома забыл. Ну, дома забыл, бегом домой. Сейчас, а вы кто такой вообще? Я? Я новый солист группы «Песняры». Ла-ла-ла-ла-ла. Камера. А Буховский? Слушай, как ты меня узнал, а? Че так вырядился вообще? Потому что я сегодня создаю новый отряд. «Снежный патруль» будет называться он. Мне нужна твоя помощь. Что для этого нужно? Для этого нужно просто пойти переодеться. Зимний патруль, скажите, почему вы без зимней обуви? Высота Лиховые. Протектора так, 1.5 сантиметра. Давайте по списку, если что, так пройдемся. Где он? Шапка есть? Есть. Перчатки есть? Я считаю так. Если свитер есть? Два. С оленями? Зачем? Без оленей свитер? Так, я думаю, давай мне... Штраф. 0.5 базовых. Так. Добрый Здравствуйте. День. Скажи, пожалуйста, почему без шапки? Потому что у меня нормальность из головы. То есть у нас ненормально? Ну, я не знаю, вы греете голову. Подождите, а чего не зимняя обувь? Перчаток нет? Перчатки вот есть. На резинке? Да. Слушайте, молодец. Слушайте, ну молодец. Перчатки покажите. У вас теплые, скажите, пожалуйста? Теплые. Обувь зимняя? Зимняя. А носков нет? Давайте будем выписывать вам штраф, потому что так дело не пойдет. Что, куда она? Шапки нет, а резинок на перчаток нет. Ручка есть. Вы тоже раздеты. Где пальто? У нас. У нас. Ух вы, четко-то работаете. Младший сержант парацетамолов. Скажите, почему без перчаток? Без перчаток сразу. Почему без перчаток? Забыла? Дома? А голову-то дома не забыла? Так, подожди. С 1 декабря вышло постановление, что должны быть все в перчатках, в зимней обуви, в шапке. Хорошо. Ну, за перчатки выпишу. За перчатки штраф. Я выпишу штраф. Полбазовый. Полбазовый. Мобильный телефон есть? Так, положите сразу. На телефон, значит, ему. Мы не будем штраф писать на телефон. 375-29. Перчаток нет. Так, будем составлять тогда. Да, полбазовый за перчатки, полбазовый за шапку. Значит, так, шапки нету, галочка. Так, вот, можешь пойти к тете, у нее все по 1 декабря вышло постановление. Патруль. Нужно всем носить шапки, шарфы и перчатки. Перчатки а где есть. Ручка? Шарф есть. Обувь зимняя? Зимняя. Обманывайте. Нет. Покажите подошву. Так, пишите сами себе штраф. Руки мёрзнут. 1 декабря нужно носить только зимние вещи. Я вся в зимнюю. Вся в зимнюю? Свитер. А что? Свитер. С оленем. Нет. Без Всё, оленя. Без оленя пишем штраф, хорошо. Здравствуйте, ребят. Зимний патруль. Здравствуйте, зимний патруль. Скажи, пожалуйста, почему без шапки? Во-первых, ты без шапки. Во-вторых, ты не в зимней обуви. Мамы все написали постановление. Вот штраф. Хорошо. Сейчас напишу тебе. Одевай шапку быстро. Одевай шапку, не то сейчас будет штраф. Одевай шапку. Звонить родителям. У вас все накладные. Я тебе сказал, у меня на тебя сейчас. У нас еще не на ребенок. Не настоящие лыжи. Шкет. Умеете обращаться? Да, конечно. Пожалуйста, на этом едем, этими отталкиваемся. Так, а у меня нет лыжных ботинок. Вот видите, штраф. Штраф, штраф. Напросились. Штраф. Миш, сколько сегодня штрафов? Давай считай. Раз. Без шапки. Без шапки, хорошо. Перчатки, шапки нет. Хорошо. Без свитера два человека. Два человека. Без оленя свитера. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и подштанники, смотри. Итого 7 штук. 7 человек будет носить зимнюю одежду точно. А что мы сами замерзли? Потому что на страже зимний патруль! Поехали. По коням. Поехали. Я замерз как цуцик! Я замерз как цуцик! Чтобы согреться, смотри, что нужно делать.